Ну а сегодня мы с вами делаем обзор, но для начала... Я это называю ночной укладкой, потому что даже если брать какие-нибудь вот эти всякие стайлеры и прочую вот эту дребедень, они не держат то, что за ночь у меня накопилось в виде вот такого вот домика на башке. Сегодня мы с вами делаем обзор на новый альбом группы A Road of Sadness, который называется Enlivened. Они вот таким вот образом, чтобы было понятно, как это дело читается и почему так звучит. По обложке я уже вижу, принимал участие Ваня Стан, который мне мультики рисует, а художник он очень крутой, и он очень много таких работ делает. Обложка выглядит вот таким вот образом. Я думаю, по ссылочкам в описании вы легко найдете, короче, посмотреть, как она в большом разрешении смотрится, чтобы не смотреть на видосе. Ну и в самом альбоме еще участвовала Женя Францева и Владислава Соловьева из группы Rabies. И ведь, знаете, я лет, наверное, 10 назад говорил, что в какой-то момент народ опять захочет вот эту ближе к истокам музыку, то есть какая-то классика будет появляться прям вот, как я это называю, деревня метал, когда начинаются какие-то вот прям вот этнические такие напевы, которые мы в какой-то момент там в 17-18 году в рэпчине, в попсе начали слышать. Потом недавно начался бум вообще реально какого-то блэк-металла, который прям реально ездит группы наши по Европе, собирают огромные залы, и это не может не радовать. Там разные этнические команды, которые в районе 10-х годов только стартовали, сейчас являются довольно большими коллективами. Ну, я имею в виду, в смысле, там, метал какой-то с этникой. И, собственно, когда мы врубаем первый трек вот прям на этом альбоме, сразу же вас встречает нечто эпичное. При этом сама композиция называется Vampire Coven, и знаете, что мне в голове сразу же вспоминается? Не знаю почему, но Dungeon Keeper и, собственно, образ вампира, который был в этой игре, такой, там, чел на облачке летал. И самый прикол в том, что где-то на 18 секунде в этом треке у меня начались флешбеки по Териону, какого-то там, я не помню, 90 какого-то года альбому, что-то типа Липака Клиффов или как-то вот этот он у нее назывался, потому что голос очень похож. В такой музыке я всегда ожидаю главного момента, когда появляются все остальные инструменты, потому что оркестровые аранжировки, в данном случае это VST-шки обычные MIDI, которые, ну, как бы слышно, что это не очень качественные сэмплы сами по себе, и я не осуждаю за то, что использовались какие-то там не супер крутые сэмплы, как бы, знаете, у меня огромное количество лежит сэмплов, которые я использую сам, и они максимально дешевые, но при этом звучат именно так, как мне хочется, а не так, как хотелось какому-нибудь там Леосу, который делает обзор на мой альбом. Но в данном случае это вот именно с точки зрения, почему я сказал про Dungeon Keeper, про вот этого вот вампира. Круто, когда это сделано, знаете, дешево и сердито. Что-то я не помню, чтобы кого-то обламывала музыка в первом Думе, которая стала, можно сказать, хитом. Да, никого не обламывала хреново записанная музыка в Диабло. Да, потому что, ну, типа, тогда инструментов не было. Да или там в первом-втором Варкрафте саундтреке, вспомните, там просто, ну, можно сказать, гитар-про играет. То есть MIDI. Прям совсем MIDI. Даже не сэмплы. Ну и, соответственно, в первую очередь я ожидаю перехода на живой материал, то есть именно на живую музыку в плане там гитары, вокал, понятное дело, уже кусочек слышали там разговорный, но сам факт. А именно интересно, как реализован переход и сочетаются ли они между собой, потому что часто бывает так, что играет какая-то прям эпичная такая прям объемная музыка, а потом что-то как-то суховатенько, дохленько продолжается все. И тут заставка, собственно, второго трека, в котором ожидается и сразу же фит, и сразу же появление полноценной группы играть. Я когда первый раз слушал, вообще не думал о стиле. То есть, ну, я как бы включил, думаю, о, эпично, дай послушаю, короче, полностью прогоню. Потому что именно если у тебя есть какие-то ожидания стилистические, это портит очень сильно впечатление. И здесь, когда включаю, сразу вспоминается какая-то, знаете, такая эпичная, сказочная заставка, может быть, из какой-нибудь RPG-шки даже.
Ну и, собственно, вот здесь вот как раз ждало небольшое разочарование, потому что звук непосредственно сведения сам по себе, то есть не исполнение, не то, как написана музыка, потому что музло реально красивое. Именно само вот это вот появление живого звука немножко огорчило, потому что в нем не хватает плотности, панча, оно какое-то как будто недомастеренное, то есть звучит немножко как демка. Я с этим за последние пару лет очень много набрался разного опыта, нахавался, можно сказать, всякого дерьма в этом плане, вот, и научился сам подгонять звучание даже демки по ощущениям, по тому, как звук давит на тебя, до привычного альбомного, потому что мы к этому привыкли. В большинстве случаев я эту работу отдаю звукачу, который умеет это делать, и, собственно, получаем на тот результат, который, то есть он реально плотно, громко, мощно звучит. Вот. А здесь ждало такое легкое разочарование, потому что звук очень блеклый сам по себе, то есть нет вот этого проталкивания жесткого. Ну и плюс ко всему, очень сильно портит впечатление непосредственно неживая ударка, которую не подгоняли под живое исполнение по динамике. То есть все очень прям коробочно-квадратно звучит. Не в плане кривости, чтобы был как бы живой барабанщик, а именно в плане динамики самой. Впечатление искусственности и пластиковости. И сейчас давайте я вам кое-что покажу. Вот так вот это звучит изначально. А вот так вот это звучит, если это дело попробовать мастеринговым плагином сжать и немножко уплотнить. То есть получается довольно такая серьезная разница, даже не по громкости, а по звучанию, как будто микс разворачивают на тебя, и ты начинаешь слышать больше деталей. Становится немножко больше высоких частот, немножко больше низов, при этом они не перегружаются. То есть там плагин такой, знаете, он искусственно типа разгоняет низа и искусственно их прижимает. И почему-то получается такой эффект, что микс становится более прозрачным, более мощным. А потом просто какой-нибудь Virtual Tape Machine со слейта накидывается, и это дело прям, ну, компрессируется очень сильно, можно даже ничего не настраивать. Это уже вкуснее звучит. Но, грубо говоря, по звучанию мне все-таки кажется, что ребята сводили сами, поэтому здесь претензии какие-то кидать не стоит. Ну, как бы сделали, как сделали, чтобы максимально сэкономить денежку на производстве, потому что все-таки записывать живую музыку довольно дорогое удовольствие, если это делать на какой-то студии. Но по звучанию я вам скажу, что не хватает реально немножко гитарок, хочется прямо, чтобы ну, чуть-чуть побольше жира было в гитарах, потому что не хватает вот этой вот середины, которая журчит именно такими камешками, да. И еще заметил такой момент, что если, собственно, гитара редактируются, они редактируются всегда, когда люди пишут альбомы, чтобы все нормально сходилось между собой. А следите за тем, чтобы не отрезалась атака, которая происходит вот именно между появлением всплеска самой ноты, да, и щелчком медиатора. То есть в зависимости от скорости, с которой играется в данный момент, в зависимости от рифа, который играется в данный момент, то есть это не всегда одинаково, да. Нужно следить за тем, что вот эта вот точка, иногда бывает, что, вот, допустим, если джентовый какой-то риф брать, мы дергаем, у вас щелчок будет задолго до того, как появляется вот этот звук, который джентом, собственно, и называется. Да, то же самое касается вот этого рифа. Он настолько расплывчато звучит, да, потому что атаки съедены, то есть они отрезаны. Слышно только появившуюся ноту, которая стоит в долю. А вот этого щелчка, который дает именно панч-толчок, он, во-первых, раньше, чем, собственно, удар барабанов происходит, и его нет. То есть его, скорее всего, отрезало, потому что, ну, я его не слышу. Потому что это реально, как бы, вот если посравнивать, подвигать, я сравнивал много раз разницу привычку играть через VST, привычку играть через железо. У людей реально ломается голова, когда они привыкли играть через VST, а потом начинают играть через железо. И начинают думать, что типа все вообще криво. Так оно на самом деле и есть, потому что мы играем вперед. Вот. Но что я вам скажу? Когда ты слушаешь вот эти вот фрагменты, реально начинают
начинаешь думать о том, что здесь вот что-то такое Терриона-подобное, что, кстати, очень круто, потому что, ну, реально эпичное музло само по себе. Я сейчас как бы загонял про звук, то, что бас не слышно, как обычно, да? Ну, это я чисто про технические моменты, которые не касаются непосредственно творческого момента, потому что по музлу мне все нравится. Вот реально, по музлу клево. Просто хотелось бы его слышать более собранным, как бы. Местами, кстати, напомнила Type on Negative, да, Питера Стила по голосу, ну, какой-то такой намек, да, был. Но в этот момент я почему-то начал думать, что здесь пошла еще примесь Лакримозы какой-то, прям вот что-то такое вот было там. Третий же трек у нас начинается с такой, знаете, первое, о чем я подумал, Ведьмак. Ну, как я вот эти вот ассоциации все привожу не потому, что мне это напоминает, и это плохо. Это наоборот клево, потому что создается определенная атмосфера. Хотя, мне кажется, трек Blood and Grace называется тоже не просто так. И как раз в этом треке мне почему-то начало казаться, что я слышу вокалиста группы Харон. Очень похожий тембр, реально очень похоже. То есть прям как будто слушаешь Little Angel. No more human, I lose control. Пятым же треком вас встречают баллада, что, кстати, вполне себе ожидаемо, потому что в таких альбомах обычно где-то в районе 4-5 трека делается акустическая баллада. Ну, не полная, она называется I'm a Vampire. Ну а шестым треком внезапно начинается какая-то дискотека. Что, кстати, тоже неожиданно. Сейчас немножко другое время, и слышать полноценно какой-то эпичный альбом тоже было бы странно, потому что тематика может внутри альбома меняться, может добавляться какая-то другая атмосфера, перемещение во времени, грубо говоря, да, то есть было какое-то такое вампиризм, вот это вот все, короче, там, 17-й какой-нибудь век, да, а потом как бы тот же самый вампиризм, но на дискотеке, как вот в этом было, в Блейде. Да я, собственно, считаю, сейчас вот время такое, типа, сингловое, надо выпускать по треку, все выпускают раз в полгода по треку, и, типа, так модно, стильно, молодежно. Но на самом деле время альбомов-то уже ушло, и реально, как бы, правильнее, мне кажется, выпускать. Я сам еще, как бы, с этим не разобрался, но правильнее, мне кажется, все-таки выпускать по треку, да, чтобы создавать какой-то постоянно информационный фон, потому что выходит огромное количество музла, и когда ты выпускаешь альбом, этот альбом просто утопает в десятках, тысячах других синглов, именно синглов, да, одиночных песен, которые вышли в этот же день. А так, по сути, можно было бы выпускать вот в альбоме 15 треков, можно было бы их ровно год по одному выпускать постепенно, если как бы с точки зрения продвижения что-то делать. Но такие альбомы надо слушать полностью и ни на что не отвлекаясь, то есть реально залипать, как это делали люди раньше, когда садились и просто залипали, слушали под мафоном, да, там с кассеты что-то такое, потому что сейчас все делается на ходу, да, то есть ты идешь куда-то спешишь, куда-то опаздываешь, слушаешь чей-то новый трек, и он у тебя не откладывается в голове, потому что ты прослушиваешь его, проходя мимо, что-то еще параллельно делая, и у тебя куски просто выпадают, он не запоминается. Здесь же я услышал довольно много прикольных мотивов, которые заседают в голову, да, и прям вот, ну, оно у меня сейчас в голове, собственно, играет, да, сейчас я еще раз послушал, чтобы вам свои впечатления рассказать, да, то есть вот эти моменты. Вот это вот все продолжает играть, и это создает, ну, приятное ощущение, потому что я не скажу, что это какая-то ностальгия о такой музыке,
музыки, да, очень круто, что она появляется новая. То есть я очень часто встречаю какие-то новые коллективы, которые сейчас играют подобное музло, и меня это радует, потому что, ну, как бы, люди делают то, что им хочется, и как бы среди них немало довольно успешных коллективов. Ссылочку на ребят я вам оставлю в описании, где можно, собственно, послушать альбом, я думаю, понятно, на любых площадках его можно найти, все ссылочки в описании под видосом найдете, и обязательно как бы заходите к ним в паблик, делайте репосты, поддерживайте, можно сказать, отечественного производителя, в данном случае исполнителя, потому что, ну, вы сами понимаете, что даже ваш один репост может дать им парочку новых слушателей, которые точно так же потом сделают свои репосты, ну и как бы начнет работать сарафанное радио. Оно работает, конечно, сейчас в наше время, но не так сильно, как хотелось бы, как это раньше происходило. Но опять же, как бы такая реклама, поддержка, я думаю, будет важна. Ну и давайте еще увидимся. Пока.